Всем привет! Очередное видео, как я назвал в плейлисте «Полезные идеи». Вот купили мы лампочки светодиодные. Фирма АСД. Фирма работает Новосибирск, Москва. Лампочка на 7 ватт, но эквивалент 60 ваттам. Значит, перед тем, как ее поставить, я привык делать вот так. То есть, освобождаю лампочку от упаковки. Гарантия, кстати, 2 года мне дали на нее, на эту фирму. Вот. Освободил лампочку. Беру карандаш. И этим карандашом, сегодня 9 августа 2016 года, пишу здесь дату 9. Вот, чтобы лучше было видно. 9.08.2016. Это я делаю для себя. Для чего делаю? Сейчас объясню. Я ее вкручиваю в патрон. И, например, она у меня работает год-два. Ну, надеюсь, что будет работать. Год-два-три. И потом, когда беру, смотрю, какого числа я ее поставил, и этим самым выявляю, качественная лампа или некачественная. Вот, например, до этого я покупал вот такие вот лампы. Не знаю, что это была за фирма, которую я покупал. Тоже 7 ватт лампа, но она значительно тяжелее, чем эта. Вот, проработала она у меня с 21 февраля 2014 года. Вот сейчас, если 9 августа 2016 года, это получается март, апрель, май, июнь, июль, август. 2,5 года вот эта лампа проработала. Ну, она как бы и сейчас работает, но моргает. Я не знаю, что там случилось, это надо еще разбираться. Вот, ну, для себя я вынес, что лампы вот такие тяжелые, вот с такими ребрами. Фирму не могу назвать, потому что покупал я ее с рук, как бы не в магазине. Ну, и вот получил я лампу, которая проработала 2,5 года. До этого, покупая лампы, ну, разных производителей, в том числе и вот этого производителя ЛСД, лампа еще ни одна не перегорела. То есть одна лампа я покупал раньше, не только в 2014 году в феврале, по-моему, в 2013 году лампы покупал, до сих пор работает. Ну, честно скажу, освещение от этих ламп, конечно, пониже, чем от ламп накаливания, но одновременно с этим и намного ниже потребление электроэнергии. То есть, например, если я сейчас вот эту лампу 7-ваттную, вот эта лампа 7 ватт, вкручу вместо лампы 150 ватт в предбанник, в предбаннике мне особо не надо свет, то будет немножко потускнее, но расход электричества упадет более чем в 20 раз. Я думаю, она стоит того. То есть вот на данный момент эта лампочка мне обошлась 87, по-моему, рублей. Сейчас точно не могу сказать. Потому что ценник был 100, там какую-то скидку сделали. На данный момент до 90 рублей, грубо говоря. Сейчас вот я ее поставлю, посмотрим свечение. Вот лампа на 150 ватт. Включаем. О, конечно, ярко. Вопросов нет. Вот. Сейчас я ее выкручу, вместо нее закручу светодиодную на 7 ватт. Кручиваем лампу 150 ватт. Ставим лампу светодиодную, которую я сейчас пометил. Включаем. Ну, не так, конечно, ярко, но освещения хватает для предбанника, как говорится. Идея заключалась в чем? Чтобы лампу, которую устанавливаешь, ну, достаточно дорогую, выбрать наилучшего производителя. Вот. Я для себя решил, что вот эти вот тяжелые лампы вот с такими ребрами покупать больше не буду.
Производитель, опять же, говорит, ну не знаю производителя. Тем не менее. Ладно, всем пока.